Добрый день, мои дорогие обожатели видеоигр. И с вами снова я, Дайт по всем играм Гайд. И после долгого, нудного, но все-таки веселого, очень добротного прохождения Battlefield Hardline, я вернулся к прохождению серии игр Call of Duty Modern Warfare. И я продолжаю проходить Call of Duty Modern Warfare 2. Что ж, давайте продолжим. Что это вообще значит? Система экстренного оповещения? Синий экран смерти для телевизора. Хм. 680 FPS. Странно как-то. Так, тем не менее. Сейчас мои глаза будут страдать от плохой графики 2009 года. По сравнению с графикой. А чё? Это, конечно, плохая. Ладно, ладно. Так, чё? Нет, не то. Берём обратно. Что вообще происходит? Кто-нибудь не объяснит? Взять Харрис, Филд. Объясните мне, пожалуйста, что происходит. Вообще не понимаю. То я сейчас еще и запутаюсь. Я же здесь. Ну ладно, поехали. Что происходит? Вообще какие-то... Понял конец эвакуации. Слушайте, зона эвакуации под обстрелом. Нам нужно выиграть... Джон Фоули, ага. Следуйте за Джон Фоули, новое задание. А даже не было названия миссии. Как раз охренена. Вашингтон! Белый дом, я узнаю его из тысячи. И монумент. Не важно. Следует. Русские продолжают атаковать. Мне кажется, что это Белый дом. Капитолий! Точно Вашингтон. Так. Хоть когда-то мне пригодилось мое знание географии и историческое здание. Что, русские что ли захватили здание уже? Да, уж русская армия хорошо. Блин, я забыл как приседать. А. Вот. Нет, здесь лучше. Вообще никого не вижу. Где все? Амира, держись подальше, от меня огня боевых машин. Так. Давай, давай. Плюс один. Минус два. Перезарядка. Что так лагает? Амира, они подавлены огнем боевых машин. Двигай! Блин, я забыл свою... Сколько русских. Где?
два, вернее, уже так. Тут еще на балконе есть. Чего же вы раньше не сказали? Чего вы вообще не сообщаете, где? М4-1. Что-то оно выглядит как-то не так. Ну, не как в КС, естественно. Неужели АК с прицелом? Прямо как в батле. Отлично. Оверлорд на связи 2-1 главный. Внимание, мы внутри, продвигаемся наверх. Так, это наш. Подтверждаю, Оверлорд принял. У нас потери. Кто вообще был? Что ты там показывал вовремя, когда я стрелял? Ну давай-ка еще высунись. Высунись. Я тут видел. У-ху! Так, гернауты, понятно. Это ПГ. Рады. Уф. Они меня в РПГ. Они меня с РПГ попали, так это очень плохо. Ты, блин, извините, я не думал, что вы здесь. Че, вот подача гранату не приезжайте. Все, сейчас точно взорвется. Крайне туда я не кину. Бывает. Что за ты вот такой вообще? Что? Что взять можно было? Страйкер? А, это тут такой пулемет. Хороший. P90? Понял, 2-1, добрый. Они что ли, P90? Вы не смеетесь? Реально. Стрелять, не вижу цели. Не видишь цели? Да я как бы тоже. Неприятель подавлен в секторе 2-эхо. Понял, 2-1. Да, уж русские захватили Вашингтон, но не захватывают, но это крайне плохо. Пошли, пошли. 90. Я не представляю, что будет Modern Warfare 3, если все будет так же продолжаться. О, не будет захватывать. Внимание, противник в юго-западной части. Ладно, на спойлер. Этаже обстреливает точку эвакуации. Отбой. Принято, Оверлорд. Мы немедленно отправляемся. Что на пятый этаж. Там его охуели столько русских. За дверью один стоит. Группа вражеских стрелков ликвидирована в секторе 4 Чарли. 4 Чарли. Понял, 2-1. Поехали. Это же световая граната. Так. Что здесь не осталось? Русские. Так, все. Не знаю, может их взрывом накрыло. Оверлорд, мы на пятом этаже. Продвигаемся к юго-западному углу. Лорд. Вас понял, 2-1. Какое-то движение. Тут. Следите за своими секторами. Мало боеприпасов. Можно взять. Успел взять вектор. Чего-то слишком много.
же их не оружие получается. Да, ладно. Всем хантерам вижу логово неприятеля в юго-западном углу. Вперед, зачистить его! Почти всех убил. Гранаты. Выйти так. Ладно, задание выполнено. Джавелин. Авиалорд, вас понял. Точку эвакуации у монумента Вашингтона покинуло несколько транспортов, но они под угрозой. Можете их прикрыть? Прием. Внимание всем! Это точка эвакуации у монумента Вашингтона. Мы пока держимся, но с запада на нас наступает неприятель. Мы под обстрелом. В общем, прикрывать-то, а. Хантер 2-1, внимание, к вам следует пехота противника. Осторожно. Вообще не понимаю, о ком они говорят. Есть! Вы выиграли время для эвакуации! Отлично! А теперь живо на крышу! Быстро! Вас могут окружить! Так точно! Направляемся на крышу! Живо! Атлас, ваша... Чё? Сзади русские-то пару брали. Ну и русские. Хантер 2-1, вы выиграли время для эвакуации. Отлично. А теперь живо на крышу. Быстро. Вас могут окружить. Давайте. Так точно. Направляемся на крышу. Живо, живо. Атлас, ваша честь. Всем эвакуационным бригадам. Только что. Атлас, ваша честь. Атлас, ваша честь. Атлас, ваша честь. Атлас, ваша честь.
крыше. Доложите обстановку. Вы на подходе. За нами погоня. Аверлор, мы связались с котиками на крыше и уходим. Вопрос. Эвакуация у монумента Вашингтона проведена? Прием. Есть. 2-1. Они ведут бой с пехотой и легкой техникой у монумента Второй мировой. И похоже, им там не сладко. Прием. Понял, Аверлор. Сделаем с воздуха все, что сможем. Отбой. Боже, уже выполнился настоящий полигон. Да, уж просто стреляю по машине. Как раз сохранена. Где еще? Я просто никого не вижу. Мать вашу. Оверлорд, нас побили, но мы держимся. В здании департамента юстиции большая единичная батарея. Приближаемся. Мы снимаем машину. Если слишком графично. А сейчас горят. Наши сидят. Да пофиг, просыпайся. Что произошло? Ладно, ребят, думаю, что на этом я закончу прохождение. Соединение установлено. И продолжим. Генерал Шепард, на связи капитан Прайс. Что ж, есть он, с возвращением, капитан. Да уж, как у черта со сковороды. Этот мир превращается в настоящий ад. С вами был Дайт. Всем мы надеялись вернуть модуль до того, как русские его.